Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Isuzu Trooper 1985 года выпуска. Двигатель 2.3 бензин. Переделанный здесь стоит волговский карбюратор. Коробка механика, полный привод. Товарищ взял этот автомобиль для покатушек себе по лесу. Возьмет с собой покататься. Сниму видео, как он себя ведет в грязи, в болоте и в прочих местах, куда мы заедем. В принципе, автомобиль ухоженный. Конечно, много-много переделок всяких. Но, тем не менее, состояние автомобиля общее неплохое. Пробег 240 тысяч километров, 245. Жить он еще будет. Свою функцию он выполнит. Для начала решили поднять зад. Элементарно, просто сделать серьги подлиннее. Сейчас снимем серьгу, замерим ее размер и сделаем на 4 сантиметра выше. Если посмотреть, то видно, что зад ниже, чем перед. Вот отсюда хорошо видно, зад просаженный. Не хватит серьги, добавим еще лист 340. А пока только серьгу попробуем заменить. Поднимаю автомобиль, вытаскиваю серьгу. Сорвался ветер, чуть-чуть чумновато будет. Поджал я мост гидростойкой. Серьга здесь уже, смотрю, самодельная. Сейчас откручу. Нагородил, конечно. Какое количество шайбочек. Ничего особенно придумывать не стали. Посмотрели, здесь за кустарщина. Втулка стоит меньшего диаметра. И внутри были подложены шайбы. Сейчас пока поставим, закажем втулки. Верхнюю и нижнюю фрессору. Потом, когда уже придут, переделаем. А в данный момент поехали, взяли газелевские серьги. Вот такая длины. А вот такая была родная. Но здесь диаметр 12, здесь диаметр 16. У нас шайба стоит снаружи, и шайбы стоят внутри. Поэтому изобретать велосипед не стали. Сделали вот такие втулочки сюда на 12. Сейчас пока соберем, покатается, а потом уже руки дойдут, когда сделаем. Работать будет. Вот про шайбы, о которых я говорю, изнутри стоят. С верхней, с той стороны большой зазор, а снизу с этой стороны большой зазор.
Все, болты одел, втулки стоят. Ставлю шайбы и закручиваю гайки. Резьбу перед этим смажу. Все, вот такая получилась высокая серьга. Как она будет работать, покажет время. Аналогично делаю со второй стороны. А когда уже опустим автомобиль, посмотрим, как выглядит. Пошел со второй стороны открутить. А здесь болты поставили короткие и приварили обе гайки внутри. Человек решил таким образом законтрить. Да, даже не нашел определения. Ладно, беру их, срезаю. Болт короткий. Ну, мне резать не пришлось. Просто свернул голову. И это радует. Ура! Все легко и просто. Все, поставил нормальные болты, без всякой сварки. Серьги здесь здоровые, 8 миллиметров толщиной. Изогнуть их не изогнет. Закажем потом сайлентблоки, если получится подобрать, потому что 85-й год не открывается. Но что-нибудь все равно подберем, перепрессуем и сделаем нормально, чтобы нормальный зазор был, а не эти проставки из 20 шайб с каждой стороны. Опускаем, смотрим, как выглядит автомобиль сбоку. А вот теперь опустили автомобиль. И хорошо видно, что у нас даже по крыше зад стоит чуть-чуть выше. Да не чуть-чуть, практически ровно. Но по багажнику вот видно, там разница небольшая. Но так, как должно быть. Поэтому к чему мы стремились, того мы добились. Газелевские серьги очень пришли, кстати. И вид у автомобиля сразу поменялся на приятный. На этом все. Всего вам доброго.